Министерство здравоохранения Израиля приказало подготовить медицинский кампус Рамбам в Хайфе к случаю начала войны на севере Израиля. Об этом сообщают СМИ этой страны. Отметим, что еще в октябре 2010 года в медкомплексе Рамбам началась работа по строительству бронированного подземного госпиталя для чрезвычайных ситуаций, способного выдержать любые физические, химические и биологические атаки. Проект также включает трехэтажную автомобильную стоянку, которая в кратчайшие сроки может быть преобразована в клинику на 2000 койко-мест. Госпиталь снабжен мощностями для самостоятельной генерации энергии, сохранению запасов кислорода, питьевой воды и медицинских препаратов, которых будет достаточно на 3 дня. Медкомплекс Рамбам оказывает медицинскую помощь для большей части севера страны, а также для военных и гражданских лиц, пострадавших в военное время в регионе.